Трагедия для семьи бородавочника и два сытых дня для леопарда и ее котенка. Обратная дорога очень долгая. Он терпеливо ждет ее в густых зарослях у реки. Еще один дождливый и холодный день. Но молодому леопарду такая погода не страшна. Он рад любой добыче, которую принесла мама. В отличие от травоядных, у крупных хищников нет определенного сезона для выведения потомства. Многие детеныши умирают молодыми, и матери не могут ждать следующего дождливого сезона. Они спариваются, как только будут готовы.